После введения новых ограничений в регионе число жителей Ленинского округа, решивших пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, заметно повысилось. Записаться в поликлинику порой трудно, поэтому сегодня спасают мобильные пункты. Еще за полчаса до приезда группы медиков в ЖК «Зеленой аллеи» у места проведения вакцинации собралось немало желающих сделать прививку. Это было мое собственное решение, потому что на самом деле очень страшно слушать повестку про этот вирус. Я сам работаю в медицине с медицинскими конференциями, и поэтому по специфике своей работы я и не хочу заражать других. С открытием мобильного пункта у дома номер один собралось не менее 50 человек. Первыми в очереди стояли те, кому сегодня предстояло получить второй компонент вакцины «Спутник Ви». Первый перенес, на следующий день была маленькая температура, около 37. Ну, в целом все хорошо. Мобильный пункт в «Зеленых аллеях» продолжал работу полтора часа. В запасе медиков было более 60 ампул вакцины. Через 21 день на том же месте смогут привиться те, кто в этот день получил первую прививку. О необходимости прохождения второго этапа вакцинации жителей проинформируют через СМС-сообщение. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.